Всем привет, это Ирина Воскресенская. Я рада вас приветствовать на своей кухне. Пошел сезон молодых кабачков. И мы сегодня с вами приготовим очень простую, очень легкую запеканку. То, что и нужно в летний такой жаркий-жаркий период. И давайте посмотрим, что нам понадобится. Ну, у меня вот здесь два молодых таких кабачка. Нам понадобится 4 яйца. Зелень у меня зеленый, лук. Обязательно нам понадобится сыр, молоко и специи. Масло мы будем использовать для того, чтобы смазать немного саму форму, где будем запекать запеканку. И специи. Ну, конечно, вы можете любую специю использовать, какие любите. Ну, это соль. У меня будет это сухой чеснок немножко. И еще у меня будет орегано. Ну, в принципе, конечно, можно использовать любую вашу любимую приправу. Все, я вам показала, давайте приступим к приготовлению. Обычно кабачки режут как-то мелко. Я люблю запеканки делать, когда кабачки натертые на крупной терке. А мне кажется, так и вкуснее. И, знаете, она вот так не разваливается, она такая более красивая получается. Так что кожу можете убирать, я не буду, так как кабачки молодые. И кожу не обязательно снимать, так как в ней тоже что-то есть полезное. А так просто берем, порезали, берем какую-то емкость и натираем на крупной терке. Кабачки порезали, вы смотрите, сколько у нас получилось. Отставляем в сторону. И сейчас нам нужно подтереть сыр. Сыр натираем тоже на крупной терке. Сыр потерли, отставляем тоже в сторону. И сейчас с вами займемся зеленью. Тоже ее приготовим. Зелень, конечно, может быть любая. У меня это зеленый лук. Но подойдет абсолютно любая зелень, которая сейчас уже поспевает в огородах. Зелень порезали, и я думаю, ее можно сразу отправить к кабачкам. Такая у нас красота с вами уже получается, уже вкус. Так, и сейчас, в принципе, все практически подготовлено, осталось только сделать яичную заливку. И будем уже формировать с вами запеканку. Пока еще мы не доделали заливку, надо включить будет духовку. Пусть она у нас нагревается до 180 градусов. Разбиваем в миску 4 яйца. Разбили. Перемешаем. Перемешали. Так, значит, нам что нужно? Нам так, ну, хорошо надо солить. И еще я решила добавить перчик, как без перчика. Добавляем специи. Это в моем случае сушеный чеснок. Так, орегано потом. Сюда еще добавляем молоко. Перемешиваем. Просто перемешать, ничего не взбиваем. Так, у нас готов кабачок и зелень, здесь у меня сыр, и здесь у меня яйцо. Так, здесь еще вот орегано остался. Берем сейчас чашку, в которой мы будем запекать. У меня вот такое керамическое блюдо. Чашку берем с кабачком и с зеленью. Вливаем заливку.
Так, значит, что еще? Берем часть сыра, часть оставляем, посыпем сверху. Берем орегано, можно другую какую-то, вот такую душистую сушеную зелень. Все только перемешиваем, больше ничего не нужно. Так, берем форму, разравниваем. И сверху посыпаем оставшимся сыром. Ну вот и все. Отправляем в духовку. 40 минут она у меня привела в духовке. Вот такая румяная, красивая. Очень легкое летнее блюдо. И очень-очень вкусное. Надо, чтобы оно немного остыло, и можно уже будет нарезать. Когда запеканка немного остывает, она отлично режется. Посмотрите, какая вкуснятина. Отличный ужин. Можно взять с собой на работу. Приятного аппетита. Готовьте вместе со мной. И до новых видео. Скоро увидимся, ваша Ирина Воскресенская.